Thank you.
черт тебя дери, блин. Проехал всего ничего, и бок разболелся. А я вроде бы только неделю дома сидел. Не бегал, не ездил. Ё-моё. Это какой-то кошмар. А вы знаете, я уже начинаю скучать по старым добрым карантинным временам. Как-то здесь стало неуютно, тесно, быстро, пыльно, шумно. О, нет. Что ж ты делаешь? Подери, какие все нервные, а? Напоминаю, что я еду по дороге, ограничение на которой 80. Как видите, вкручивать в правом ряду здесь
не очень безопасно. Вот я опять приехал в город. Ой, ну что, едемте. Чертов Новый Арбат, дорога в Кремль нах, ни светофоров, ни ограничений, ничего. Единственный способ пересечь его на велосипеде — это вот этот вот тоннель. Ну такой же на Садовом, но там еще хуже. А, я по нему ездил уже только что. Гляди-ка, велодорожку демонтируют, что ли? Это не самая отвратительная идея. Ну что, все? Все стали? А, ехать, да? Ну ехать так ехать. Москва, лето 19-го. Клевая девочка. Мне тоже понравилось лето 19-го в Москве. Но местами было слишком весело. Слишком. Мне кажется, что природа настолько очистилась, что в этот скверик слева вернулись птицы и орут. Хотя кто-то собак там выгуливает.
москвича. Собака, тебе везде дорога. Нет, я не хочу перебегать Тверскую на Красный. Нет, нет, нет. Привет, синий друг. Ресторан Армения, гляжу, не торопится подать в суд на Собянина за простое. Хорошо, что есть сознательные граждане, которые относятся с пониманием. Бизнес должен быть социально ответственным. Что у меня, что не поездка, то какая-то пропаганда борцовства. Наверное, мне надо уже сваливать из Москвы. То она у меня на меня дурно влияет. Кстати, заедем на Петровку. Почему нет? Впрочем, фиг мы там кого увидим. Там винтят сразу, а приходят, по-моему, только к вечеру. Хоть на ментовской автозак посмотрим. Он там точно дежурит. Простите, 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 простите. Да. Так. Чего-то тут нет. Автозака есть. 2,5 полицая. 1 на проходной. Не, нет тусовки. Вечером быть, наверное.